В Советском районе решают проблему с бездомными животными. Отлов продолжается. В том числе внимание специалистов привлекают и собаки, которые выглядят хозяйскими, но по факту находятся на самовыгуле. Для четкой координации всех вовлеченных структур работает электронная платформа «Домашние животные». Это единая база со сведениями об идентификации, ветеринарных процедурах и так далее. Власти муниципалитета заключили контракт с некоммерческой организацией «Друзья животных». Ее сотрудники отловили на улицах уже сотню собак. Всего до лета должны поймать больше 150 бездомных псов.